подкачаться, надо, надо подкачаться, надо подкачаться, надо, надо подкачаться, надо подкачаться, надо, надо подкачаться, надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Друзья, всем привет, с вами бамбуковый мини-панда, я не знаю, смотрите, какой я мелкий. А, балдешечки, так, а что со мной случилось-то, а? Голова головешенька, а попец вообще никакущий. Друзья, всем привет, с вами бамбуковый медведька-панда, добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня играем в новый симулятор качка. Я его еще, друзья, ни разу не видел, он там, в принципе, у нас в топ-10 стоит. Так, я могу взять гантельку? Какая гантелька? Это штанга, наверное, да? Штанга. Эть, ухо, давай, качаем ухо. Обалдешечки, смотрите, оно прям растет, да? Ну ладно, это не точно. Короче, друзья, давайте глянем, что тут надо делать. Качки у нас всякие прикольные. Так, Magic Arena там есть, там арена 2000 сил. И пока мисс, наверное, все. А, не, вон, смотрите, там что-то у нас тоже Бьянка написано, да? Короче, что мы можем делать? Ну, капец, голова такая, это обалдешечки просто. А, так, есть единичка, есть двоечка. На единичку это мы что будем? А, это драться, это драться. Нифига себе, дайте я леща раздам. Товарищ, здорово, бенч, готовщика. Я какого-то мелкого завалил. Так, надо текать оттуда, надо текать, они сейчас меня заложат. Так, друзья, и есть у нас штанга, да, штангу, смотрите, мы качаем. Так, а где у меня сила? Хоть что-нибудь у меня качается? Стрэндж. А, вон, наверху я вижу. Он мне отомстил. Капец, тут сейчас будут мелкие выяснять отношения. Иди сюда, будем сейчас разбираться с тобой. И тебе леща. И тебе леща. Капец, меня бьют со всех сторон. Так, погодите, друзья. Здорово, здорово. Это все мои подписчики. Да, что-то мы здесь маленько не поделили. Мы не поделили мой бамбук. Да что у меня с головой-то, а? Так, ну смотрите, когда мы здесь качаемся, двоечку жмякаем, ничего не вылетает, да? Мы можем смотреть только в верхнем правом углу. Так, а вот здесь вот статы у меня есть. У меня есть сила, друзья. У меня есть выносливость, есть рост и есть скорость. Обалдешечки, прикольно. Так, статы мы прячем. А, у нас есть также здесь тренажеры. Блин, а на такой штуке можно покачаться? Ну-ка, пустите меня. Что, не могу, что ли? Пипирка еще не выросла. Так, и здесь, соответственно, тоже не смогу. О, нет, здесь могу, смотрите. Ты что лег-то, а? Что он собрался делать? Товарищ, отойди, а то тебя убьет там выхлопом. А, и что, я не могу ничего качать? У меня хоть что-нибудь качается? Ничего-шеньки не кончается, друзья. Так, это, короче, я, друзья, еще, наверное, слишком мелкий. Можно мне что-нибудь взять побольше? Есть еще также беговые дорожки. Давайте попробуем на нее взять. Кстати, я не знаю, а что так медленно-то бежится? Давай, шевели помидорками своими, качок. Зато наушники, смотрите, какие клевые. А где мой хомяк? Хомяка забрали, либо он там мелкий внутри. Так, где хомяк? Вон он мелкий сидит, да? Пельмешек сидит, пельмешек сидит. Так, надо залезть сюда. Опа! Так, погнали. Да, как тут эта система работает? Почему у меня куда-то в бокс носит? Подождите, она вот в эту, что ли, сторону бежится? Я ничего не понял. Так, спит у нас где? 15 как было, так и осталось. Почему меня в эту сторону сносит? Я тут сюда должен бежать. Боже ты мой, какой-то кривой здесь спортзал. Я валяюсь. Ну-ка, если с другой стороны обойти. Что-то как-то вообще жесть какая-то, друзья. Так, 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 с этой стороны обходим. Да, смотрите, друзья, меня постоянно вот сюда сносит. Может быть, вот так вот и прокачиваемся? Да, конечно, надо носом прокачаться. Что-то там застряло. О, муравейчик, привет, вылазь оттуда. Капец, и что, хоть я маленько прокачал? Спид как был, 15, так и остался. Короче, друзья, отсюда мы убегаем. Так, так что ж такое? Вставай давай, мешковец. Так, можно кому-то что ли? Ого, он уже здоровый. Нифига себе, его здорово вольну. Погоди, сейчас мелкий медведь будет. Иди сюда, будем разбираться. Культяпка раз, культяпка два, культяпка... Культяпка, культяпка, я сказал, давай вставай, дайте мне... Я так не играю, я тебе, а что там, футбольный матч, что ли, а? Обалдешечки, как мячиком меня пнули. Так, зато, по крайней мере, я спрятался, все, меня нету, я здесь буду прокачиваться. Пока их нет, друзья, я буду качаться. О, теперь показано, плюс 4. Я ничего не понимаю, оно то показывается, плюс 4 силы, плюс 1, то не показывается. Так, у меня 20 стрэнджа. Так, я спрятался, где эти дикие качки? Я не хочу с ними играть, они что-то как-то слишком больно бьют по голове. Так, вон, нет, потихонечку вылазит все-таки, да? Смотри, слушайте, он орет и вылазит, вот, плюс один, а раньше что-то не было. Видимо, я до той степени еще просто не был прокачан, чтобы вылетали вот эти вот значения у нас. Ладно, вылазим отсюда. Блин, капка медленно бегает. Интересно, здесь можно
драться наподобие как в симуляторе лифтинг-симулятор. Так, и что это у нас такое? Смотрите. Magic Arena тоже глянем. Так, а что здесь геймпасы какие-то есть? Геймпасы. X3, X10. И тоже. Так, это выносливость и сила. Короче, друзья, если вам понравится, мы здесь все скупим. Наберем 1000 лайков. Если будем продолжать играть, мы здесь, конечно, все это добро купим. Так, еще у нас шоп есть, да? Смотрите, можно в шопе что-то купить, прикупить. Ладно, это пока не особо интересно. Если понравится, то будем все покупать. Так, Magic Arena Gold. 4x speed делается, сейф зона, друзья, приватный тренинг арена и early access to all group game. То всех групповых игр, special badges, sale 50%. Это за бабло, наверное, да? Это опять туда за бабло. Стоит 50 робоксов. Кстати, купить-то можно, вообще не вопрос. Суть, главное, чтобы вам было интересно. Если будет интересно, мы здесь все скупим. Капец, нифига себе, вот эта здоровая гантеля, которая на штанге. Ну-ка, я теперь могу здесь прокачать. Оп. Да, видали? Капец, смотрите, точно. Голова стала плоской. Мам мой, не горюй, мой голова стал плоский. Да, значит, так лучше не качать, друзья. Ладно, хорош уже прикалываться, голова. Давайте я немножечко, друзья, сейчас пофармлю. Погнали. 2000 years later. Вау, друзья, смотрите, неплохо мы уже прокачались. У меня появился Double Wave. То есть получается двойной вес. Обалдешечки. Пошла жара. Смотрите, вот мелкая гантеля была вот такая. Вообще маленькая, да? Вон она там внутри. В ладошки помещается. Теперь двойные веса у нас. Обалдеть. Так, только мы, по-моему, глаз сильно прокачиваем. Мы там что? Очки с глазом прокачиваем. Так, а теперь интересно, смогу ли я прокачиваться на этих тренажерах. Так, что у нас там по статам? 2000, выносливость, так, стрендж, это рост. А спид какой был, такой остался, да, друзья? Ну-ка, сейчас ляжем. Так, это нормально будет, нет? Оба! Так, что-то, по-моему, пошло не так. Так, а он не качается. Вообще никак не качается. Так, надо вылезти отсюда. Давай. В попце застряла эта штука. Так, здесь тоже. Во, вот этот самото, наверное, будет. Во, ништяк, давай, хватай. А как ей качать? Ничего не качается, штанга. Ну-ка, вот так. А, понятно, то есть мы можем лежать. Мы можем лежать и вот этими все равно своими гантельками прокачиваться. Смотрите, и мелкой тоже. Кстати, за маленькую от 1 там до 5 дается. Вот смотрите, 6 там, да, ну до 10. А за второй уже побольше, там практически по 20 у нас качает. 18, вон видали. Я уже 2000 селеночки себе, друзья, нафармил. О, интересно, единичку можно? Привет. Да-да, здорово. О, нифига себе, смотрите, еще и леща можно раздавать. Эй, слазь от меня, товарищ. Давай, сползай. Мне неудобно так качаться. Пушистики тут на меня засели со всех сторон. Так, и я еще... Сейчас брейкданс потанцую маленько. Я хотел, друзья, еще все-таки маленечко скорость качнуть. И глянуть, смотрите, у нас наконец-то теперь вон та локация открыта. Капец, какой я медленный. Давай своими помидорками шевели, уже быстрее. Попробуем сейчас, друзья, маленечко хотя бы. Хочу попробовать спид качнуть. А то вообще мало. Ну-ка, почему его в бокс сносит? Какой-то здесь косяк, друзья. Мне кажется, какой-то здесь косяк. Во-во-во-во-во, ништяк. Только-только что-то накачалось. Теперь у меня 15.1. Обалдешечки. Так, я так и не понял. Она у меня качается, когда я вот здесь сбоку. Упал. Так, ну-ка, может, тап получше работает у нас беговая дорожка. Это какая-то крякнутая, друзья. Капец, как она медленно качается. Смотрите, но у меня уже 15.15. Во, вот это вроде получше. Смотрите, по крайней мере, я бегу постоянно, да? Но почему-то она сбоку как-то работает. Косячный. Капец, ну и разраб. Чё за кривого качка он создал, а? Так, ну чё у нас, есть ещё чё-нибудь-то? Или уже ничего не фармится? 15.2, наверное, и всё. Ладно, бог с ней. Хочу, друзья, забежать вот сюда. 2000. Смотрите, как быстро бегать стал. Но это не точно. Так, женщина тут стоит, качается. Ладно, не будем ей мешать. Пробегаем, друзья, в эту зону. Здесь у нас элитные 2000-е, друзья, качки. Так, у него там тоже есть. Угу, две беговые дорожки, друзья. Ну-ка, может, здесь больше дается? По 4. Не, друзья, дается точно так же, да? Я думал, здесь, может быть, хотя бы побольше даваться будет. Ну, по крайней мере, здесь тебя не убьют, да? Так, могу я взять эту здоровенную офигенную штангу? Я думаю, друзья, что не дадут мне.
Я, конечно, подрос, но не до такой степени. Пипирка еще все равно малая. Никак. Никак, друзья, не какается. Нет. А беговая дорожка, может быть, хотя бы тут будет что-нибудь больше даваться, но вангую, друзья, что ничего не будет больше. Капец, какой он медленный-то, а? Святой бамбук, давай, помидорка. И тоже сносит куда-то в бок. Этот ветер куда-то нас, друзья, в бок сносит. Ну-ка, будем смотреть. Также по 0.05 будет даваться, либо больше. Погнали. Красиво идем. Смотрите, друзья, по крайней мере, какой вид. Облака, пальмы, голубое небо и горизонт, океан. Блин, а можно здесь поплавать, интересно, а? И что-то мне вообще теперь ничего не дается. 0.02. 15.2. Может, на серединку надо пропрыгать. Давай, скорость, качайся уже. Вообще жесть, друзья. Может быть, вот так автокликер оставить? А нет, нас сносит постоянно, да? Нас сносит. Так, а как здесь помирать, кстати? Может, пойти попробовать кому-нибудь лещей пораздавать? Ой, головешка отвалилась. У меня есть, друзья, 2000 силы. И теперь я буду... О, нифига здоровый стал. Смотрите. Вон какой-то у нас мелкий есть. Здорово, дружище, иди сюда. Бенч. Капец, я по нему попасть не могу. Как шустрый, как понос. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, красавчик. Иди, тебе говорят. Дук-д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 ук. Стой, не могу стоять. Видишь, я скольжу. Иди сюда. Капец, какой он здесь. А как по нему попасть-то, а? Вообще никак. Ой, тихо. Меня захватило. Меня захватила эта штанга. Установка. Так, давай, выползай. Так, кто-то, по-моему, анаболиков переел. Давай, я тебе говорят, тебе да вылазь. Капец, друзья. Ладно. Короче, будем здесь. О, где у меня двойной вес? У меня пропал на троечку двойной вес. Капец, что теперь просто так? Сила не сохраняется. Как не сохраняется? 2000 у меня здесь все. Обалдешечки. Да это вообще какой-то гон, друзья. Смотрите. А, вот у меня тройной появился. А, двойной. Нет, двойной. Я думал, тройной появился. Обалдешечки. То есть, получается, я помер, и из-за этого у меня забрали мой двойной вес. Обалдеть. Так, ну-ка, дайте попробую. О, это же Миха у нас. Миха, иди сюда, будем сражаться. О, ХП у меня мало. Капец, панда против арбуза. Как, мы куда-то провалились. Меня забылчи... Пески засосали. Капец, что здесь происходит? Что за режим? О, меня вообще засосало, друзья. Меня... Так, а чё шифтлок не работает? Эй, как повернуться? Медведь, тебе сзади по рюкзаку нахлобучивают. Капец, друзья, режим вообще багнутый. Ха-ха, видали, как я с ним. Иди сюда, бенч. Что-то опять пошло не так. Опять зыбучие пески нас засосали. Ха-ха-ха. А, жесть. Короче, друзья, пишите в комментариях, кто-нибудь играет, нет в этот режим, во-первых. Во-вторых, сколько у вас уже сил? Я так никого и не убил. Я махал своими культяпками, друзья, меня засасывал зубучий песок. Мы тут что-то брейк-данс какой-то, друзья, крутили, но так я никого и не убил, да? А меня кто-то хоть дамажит? Нет. Так, тройной вес. Тройной вес так и не появился, да, друзья? Обалдешечки. Ладно, если что, друзья, буду здесь еще пробовать прокачиваться. Если вам зайдет, наберем 1000 лайков, будем снимать продолжение. Но мне кажется, здесь все печально. Как-то здесь маленечко все печально. Выглядит, конечно, прикольно, но реализовано так себе. Через одно место, да, мягко, как говорится. Ладно, друзья, давайте. Большой бамбуковый качок передает вам большой привет. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Забегайте ко мне в гости, будем качаться вместе. Ну что, всем пока-пока.